Тирекс! Тирекс! Драконов нет нигде! Что делать? Как нет? Чудесный день представляет. Грок, за урон! Гик! Что случилось, Тирекс? Твой взгляд пугает меня. Прилетел птеродактиль и сказал, что драконов нет на острове. И стража тоже. И что же теперь нам делать? Будем сами защищать долину динозавров. Тирекс, ты в своем уме? Мы не сможем одолеть фурию. У нас нет крыльев. И огонь мы не можем извергать. Может, просто уйдем? Нет, это наш дом. И мы его защитим. С чего ты взял, Грок, что в другом месте нас фурия не найдет? Тирекс. Я с тобой, конечно, согласен, но все-таки, как ты собираешься бороться с драконом? Мы не будем бороться с фурией. Ничего не понимаю. Сейчас драконом управляет двойник Трицератопса. Значит, нам надо разыскать его. Кстати, вы нашего Трицератопса не видели? Тирекс, ты что, собираешься с ним еще разговаривать? После всего, что узнал про него? Да. Он предатель. И очень жестокий предатель. Я даже рядом с ним стоять не хочу. Его надо выгнать из долины динозавров. Я согласен с Грогом. А что, если он и нас в один прекрасный день предаст? Опасно его оставлять в долине. Это не так. Тирекс, очнись. Я, конечно, понимаю, что твоя доброта не имеет границ, но... Все, хватит! Сейчас у нас есть более важные проблемы, которые надо срочно решать. Предатель среди нас – это тоже важная проблема. Я не собираюсь сейчас с вами спорить. Мне надо отыскать Трицератопса и его двойника. Кто со мной? Я не пущу тебя к Трицератопсу. Выгони его! Пока еще я здесь предводитель. И я буду решать, что мне делать. С кем разговаривать, а с кем нет. И я буду решать, кого выгонять, а кого оставить. Не забывайся, Заурон. Если ты хочешь стать здесь главным, мы можем устроить бой за звание хозяина долины динозавров. Но это будет позже, когда все это закончится. А сейчас я иду за Трицератопсом. Кто со мной, пошли! Я с вами. Куда направляешься, Трицератопс? Хочу отыскать своего двойника и положить конец всему этому. Смелый поступок. А Тирекс знает, что ты это собираешься делать? Нет, не думаю, что Тирекс захочет меня еще когда-нибудь увидеть, после того, как моя тайна раскрылась.
Я сейчас разберусь со вторым трицератопсом и навсегда покину долину динозавров. Но это неправильно. Я заслужил это, торнадо. Пусть все идет, как идет. Я знал, что найду тебя здесь. Давненько не виделись. Я даже немного соскучился по своей доброй половине. Что, Тирекс тебя выгнал из долины? Я сам уйду, когда расправлюсь с тобой. Не смеши меня. Как ты собрался сражаться со мной? Ты же весь такой хорошенький. Как тогда с карнотаврами? Когда защищал своего сына и яйца изо всех сил. Ну-ну, хорош защитничек. Сына тебе тогда не удалось спасти. И одно яйцо тоже. Так что иди лучше, ищи себе новый дом, обустраивайся, собирай травки. Сражение — это не твое. Я так не думаю. Там его тоже нет. Где же ты, трицератопс? Как сквозь землю провалился? Наверное, его совесть замучила. И он не стал дожидаться, когда ты его выгонишь. Сам и ушел. Вот и не угадал. Трицератопс пошел искать своего двойника, чтобы сразиться с ним. И как? Нашел? Да, сейчас они дерутся не на жизнь, а на смерть. Не думал, что наш трицератопс так может. Где они? Возле ручья, у входа в пещеру. Я иду туда, а Фурия там? Я ее не видел. Мы с тобой, Тирекс. Откуда в тебе столько силы? О, да у нас и зрители появились. Вот и все.
ты справился с ним? Я хотел сказать тебе, Трицератопс, что... Я все понимаю, Тирекс. Тебе не надо мне все объяснять. Да и не время сейчас. Надо найти Фурию. Тот Трицератопс опоил ее травами. И она сейчас очень агрессивна. И она где-то рядом. Я ее чувствую. Даже ближе, чем ты думаешь. Я знаю, что тебе сейчас плохо, дракон. Потерпи. Давай я тебе дам травку, которая тебе поможет стать опять тем добрым драконом, моим другом. Я больше не отпущу тебя одного. Давай вместе полетаем. Не делай этого, Трицератопс! Не отпущу. Нет. Нет, Трицератопс! Помоги! Вот умничка! Все хорошо. Я тоже рад, что ты снова с нами. Я не сержусь на тебя. Ты ни в чем не виноват, дракон. Спасибо, Трицератопс. Ты в одиночку со всеми справился. Это был, конечно, безумный, но смелый поступок. Спасибо. И простите, Рекс, за все. Мне пора идти. Ты никуда не пойдешь. И мне не за что тебя прощать. Я знаю, Трицератопс, что в тот день... Карнотавры похитили твоего сына, и ты пытался защитить его. Да, но каким путем? Я чуть не лишил жизни 10 еще не родившихся тираннозавриков. Ты ошибся, но исправил свою ошибку, Трицератопс. За столько лет ты полностью искупил свою вину. Ты столько раз спасал нас всех и наших детей. Я не представляю, что бы было без тебя. И я горжусь, что ты мой друг, Трицератопс. Это правда? Да, это чистая правда. И от того, что ты совершил тогда, я не стану осуждать тебя. Я по-прежнему тебе доверяю и считаю своим другом.
И очень тебя прошу, останься с нами. Да я с удовольствием. Ты же знаешь, как я люблю долину динозавров. Но захотят ли остальные жители долины меня здесь видеть? Я хочу тебя здесь видеть. Останься, пожалуйста. Мы тебя любим, Трицератопс. Ох, я сейчас заплачу. Торнадо. А что? Я хоть и призрак, но тоже испытываю чувства. Оставайся. Вот видишь, все хотят, чтобы ты остался. Я так счастлив. Ты опять? Ну что за дракон? Вот и все. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.